Сергей Белов планирует модернизировать систему уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства. Коммерческая организация за свой счет будет устанавливать светильники. Из бюджета города будут оплачиваться только затраты на потребление электроэнергии. Прибыль частной компании будет получать благодаря экономии при установке светодиодных светильников. В настоящее время ремонт систем уличного освещения проводит муниципальные предприятия «Инженерные сети». Завершены работы на Канавинском и Молитовском мостах. Есть план работы по Заречному и Юбилейному бульварам. Что же касается муниципально-частного партнерства, то, по словам Сергея Белова, уже есть желающие участвовать в этой программе. Компания приходит, если заключает соглашение с администрацией города, она берет на себя полностью весь ремонт, модернизацию систем наружного освещения. И в договоре мы будем определять места, где оно дальше будет развиваться, но мы платим только постоянную величину энергопотребления.